Этих голов сегодня будет немало. Я очень хорошо помню матч, который здесь, на стадионе Краснодара, я на этом матче работал, состоялся, когда кипчи приехали сюда и уехали. И уехали с досадным, очень-очень обидным, очень-очень крупным поражением со счетом 2-7. Тогда уступили кимчане. Вот тогда был праздник. И сейчас праздник. Сейчас праздник, трибуны взрываются, конечно же, болельщики флаги вверх победно скинули, размахивают ими. И, конечно же, ждут продолжения вот этого банкета. Болельщикам очень нужно сегодня, об этом говорил Старожук, нам нужно ответить болельщикам. Мы им очень многое должны. Посмотрим, как должок отдавать будут. Ну как, классной игрой, победой, голами. Только так и можно отдавать долги болельщикам, которые и в горе, и в радости переживают за команду, ходят на стадион.